песня из кинофильма «Девчата», 1961 год, слова Михаила Матусовского, музыка Александры Пахмутовой, в исполнении Галины Билан и Владимира Волынкина. Песня называется «Старый дом». Встречаем. Старый клён стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идёшь по переулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулся. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Старый клён стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего мне так светло? Ой. От того, что ты идешь по переулку.